Привет всем! Сегодня будем мы с вами откручивать кран газового баллона пропанного. Смотрите, что нам понадобится. Сейчас я настроюсь. Возьмем два ключа. В итоге все откручено, там уже газа нету. Я уже чуть-чуть так поднастроился по размерам, чтобы время не терять. Откручивается все как надо, не с левой резьбой, а с правой как надо, как на газовых баллонах. Так, зажимаем. Хорошо, что ключи, они самозажимающиеся. Ставим сюда, ногу наверх и резкими движениями. О, пошло дело, ребят. Так, перехватываемся. Потихонечку идет, так что ничего сложного в этом нету. Сейчас откручу, покажу все. Ага. Уже так идет. Наверное, уже от руки должно пойти. Все, открутил это дело. Все, открутилось. Так что, ребят, вот такая вот тема. Легко все, ничего сложного. Кому понравилось, ребят, ставьте лайки, кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока.